ее заморозили. Как София Ротару менялась с годами? В 70 лет популярная певица София Ротару выглядит абсолютно так же, как и несколько десятков лет назад. Несмотря на то, что София Михайловна предпочитает хранить в тайне свои рецепты молодости, испанский пластический хирург утверждает, что феноменальная внешность певицы – это долгая и кропотливая работа. Была проведена корректировка носа. Певица делала лифтинг, ей подняли щеки, потому что с возрастом кожа обвисает, жир и ткани опускаются. Видно, что София была красива и раньше. Ее обращение к пластической хирургии связано с тем, что она хотела омолодиться. Это как стереть пыль с портрета. Отличный результат. У нее были ровные брови. Она немножко их сделала сдернутыми. Операции сделаны в правильном возрасте и в нужном объеме. Было бы хуже, если бы она стала накачивать губы и щеки. Тут соблюден баланс, поведал врач.